Фанта. Вот, а что такое? Я не пойму, что тебе нужно. Ну вот, зелье, правда? Ну, если не красное, то не значит, что... Нет, плечико я не хочу. Так вот, вот оно. Вышли на улицу, началась воздушная тревога. А, кстати, когда я в магазине была, я уже забыла, я же ушла, хотела вам поснимать. Началась воздушная тревога, в общем, я успела купить курицу и потом ушла. Сейчас мы с Амираном гуляем на набережной, на площадке. Я читаю книгу, зачитываю про Будянский фаянсовый завод. Очень мне нравится. Уже на телефон пришло повідомлення, повітряна тривога. У нас сьогодні взагалі не жарко, 23 градуса тепла. Після вчорашнього урагану і ливня як-то так похолодало, ну не сильно, ну жари нет. Прекрасно, можна гуляти. Чим ми зараз і займаємося. На дитячій площадці є діти, їх немного, але вони є. Це прекрасно. Погода просто отлична, замечательна. Такий вітерочок, але він приємний вітерочок. Тревога. Интересно, вам слышно тревогу? Тревога, конечно, давит на мозги. Очень сильно. Ну, я стараюсь абстрагироваться. Сижу, читаю. Добрый вечер. Встретила сегодня, хотела с вами поделиться. Что, Амиран? Мама, что, говори. Палочка нашлась? Да. Ну и прекрасно, бери. Иди покушай, там все на столе стоит. Встретила сегодня свою знакомую, когда шла с магазина. Представьте, она беременна 4-м малышом. Будет 4-й ребенок в семье. Они в Харькове. У них еще 3 деток. И они собираются оставаться в Харькове. Это настолько вот трогательный момент. Я вам уже говорила, то, что я встречаю очень много беременяшек. Простите, тут на фоне Амиран носится, бегает с котами, кричит. В общем, я встречаю очень много беременяшек. Это, ну, знаете, прифронтовой город. А тем не менее, люди продолжают жить. Люди продолжают жить и строят планы на будущее. Растят малышей. Очень много людей с маленькими колясками. С маленькими колясками, с маленькими малышами, с колясками. Вы знаете, то, что я не переснимаю видео, я люблю записывать с первого дубля. Так, вы у меня спрашивали, что на вчерашний ураган сделал, какие-то делов наделал, беды какие-то произошли от урагана. 150 сломанных деревьев и веток. Какой беды наделал шквал в Харькове? А, сломанные деревья, представляешь, после вчерашнего урагана. Ну, уже все, их убрали, устранили. Из-за непогоды повреждения получили деревья почти во всех районах Харькова. Тихо, не стучи, Амиран, не стучи. Мама, да. Папа, у нас не бывает урагана. Ну, ураган не бывает, а шквал был. Так, коммунальщики работают в скверах, в парках, на детских площадках, вдоль красных линий. Кроме того, они помогают убирать деревья с проезжей части, устранять препятствия для движения трамваев и троллейбусов, снимать ветки с проводов. Так что, конкретно так, сейчас я вам покажу. Видите, да? Сейчас. Что происходило. Угу. Так что мне просто писали с других городов, а у нас то было, а у нас то, а у нас вот так вот было. Кто что делает вечером? Еще сейчас такую новость прочитала по поводу бутылки. Найдена бутылка, послание, выпущенное в море в 1961 году. Знаете, когда-то, когда была такая, как Нора, я когда-то нашла бутылочку с письмом внутри. Ну, я не знаю, кто что это сделал, но когда мы достали, значит, письмо уже было размыто. Размыто, внутрь попала вода. То есть мы так и не смогли узнать, прочитать, что там. Но бутылка старая, закупоренная пробкой такой корковой, поэтому
Очень интересно, к моему великому сожалению, бутылка не сохранилась, поэтому... Алло! А мы дома. А я видео снимаю. Я видео снимаю. Сейчас, да. Угу. Простите. Все в режиме реального времени. Так вот, тому, кто ее вернет, обещают денежное вознаграждение. Послание в бутылке, выпущенное с острова между Соединенными Штатами и Канадой. 63 года спустя нашлось вблизи Бостона. Министерство рыболовства и океанов Канады сообщило в социальной сети, что находка с запиской внутри была дрейфующей бутылкой, которую используют для отслеживания поверхностных течений. Начиная с 1922 года, исследователи отслеживали поверхностные течения, выпуская бутылки в океан, полагаясь на людей, которые сообщали, что когда и где были найдены бутылки. Эта олдскульная технология помогала исследователям понять места и даты находок. Бутылка – одна из пяти, которые были выпущены в 1961 году. С острова Мачаа-Сил в заливе Фанди. Была найдена недавно на северном краю мыса Кейп-Код. Бутылка содержала записку с обещанием вознаграждения в $1, если тот, кто ее найдет, сообщит исследователям о ее местонахождении. Пока что не ясно, остается ли это предложение актуальным. Сразу вспомнила свою бутылку, жалею то, что, ну, знаете, раньше-то мы не снимали, на камеры есть. Получилось бы прекрасное видео, представляете вообще, в реке Лопань, в нашей Харьковской, найти бутылку с запиской. А может быть, знаете, но то, что мы там ничего не нашли, бумага была, но она была такая вся размытая, уничтоженная. А вот, может быть, если бы ее отдать каким-то исследователям, они могли бы восстановить то, что было на ней написано. Текст. Теоретически я сейчас понимаю, что это возможно. Я сейчас сижу и смотрю на крышу, а с крыши сорван лист. Лист, железный лист. Шатается. Он сорван, и непонятно, он сорван полностью или наполовину. И поэтому вот представьте, если еще будет какой-то ураган, и этот лист упадет кому-то на голову. В общем, ох уж эти ураганы. То стихийные бедствия, то не стихийные. По-разному бывает. Я, кстати, когда сегодня сидела на набережной, читала о Будянском фаянсе, не дочитала. Я обычно книгу прочитывала, тем более эта книга такая маленькая, в принципе, небольшая, ее можно было и за 2-3 раза прочитать, но времени катастрофически не хватает. Завтра, уверенно, дочитаю, расскажу вам свои впечатления. Когда я сидела, читала книгу сегодня на набережной, то вдалеке были слышны бахи, такие бах. Бах, 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 хлопки. Было слышно то, что за городом что-то происходит. Такое было слышно в 22-м году. Активные такие хлопки и бахи. Ну и сейчас тоже это стало слышно. Часто. Часто, особенно когда на улице дома еще все так, знаете, все шумы какие-то. То телефон работает, то... Ребенок смотрит мультик, то разговаривает, что вода шумит. Ну, в общем, дома это как-то еще так не слышно. А на улице, когда сидишь, особенно где-то в тишине возле реки, то слышны вот эти вот такие бах, 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 бах. Так что вот так вот. Всем доброй, тихой, мирной ночи. Добрых, сладких, мирных снов. И пока-пока. Увидимся с вами уже завтра.